Здравствуйте, вы смотрите программу «Персона Грата», и сегодня у нас в гостях музыкант, цыганский гитарист-семиструнник Вадим Колпаков. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, вы родились в Саратове. Да. Вы там находились в цыганской общине, вы росли в цыганской общине, или вы были в какой-то смешанной среде? Ну, скорее всего, в смешанной среде, и, конечно же, у нас и была и цыганская община. Вот, с тем прошло мое детство фактически в Саратове. Вот. Но в 12 лет я переехал, в 12-13 лет в Москву, вот, где я учился у своего дяди, то есть это была музыкальная цыганская среда. То есть вот. Вы приехали в Москву, чтобы учиться музыке? Да, у своего дяди Александра Колпакова. Это было ваше решение или решение вашей семьи? Ну, это было и мое желание, скажем, вот, и решение семьи, конечно. Вот. И дядя дал такую возможность, чтобы, так сказать, постичь искусство. Да, ваш дядя ведь тоже очень известный музыкант. Да, это легендарная личность, я бы сказал. Александр Колпаков. Да. Он был музыкальным руководителем театра «Ромен» на протяжении 30 лет. Вот. Известный тоже как композитор цыганской музыки, автор своих песен. Вы долгое время вы играли в театре «Ромен», играли на гитаре, и как актер тоже выступали, насколько я знаю. Да. А во всех статьях, посвященных вам, вашей биографии, есть такой, знаете, немножко резкий переход. Вот вы берете частные уроки игры на гитаре у вашего дяди Александра Колпакова, и вдруг вы оказываетесь в театре «Ромен». Это вас дядя туда привел? Как вы там оказались вообще? Ну, конечно, да. Так как дядя работал там в то время, и он меня привел в театр «Ромен». Мне было тогда лет 15. Вот. И как бы началась моя музыкальная карьера с театра «Ромен», где я проработал 8 лет. Почему вы расстались с этим театром? Ну, так как я уехал в Америку, то есть мне пришлось уйти из театра. Поэтому такая ситуация сложилась. А почему вы решили уехать в Америку? В Америку я уехал, потому что мне очень понравилась американская публика. Когда мы были на гастролях, первый раз с моим дядей, с Колпаков Трио, вот с нашей группой, под названием «Джипси Караван» было турне такое. Вот, мне было лет 17, это был 99-й год. И я тогда понял, насколько американская публика как бы принимает и восхищается цыганским искусством. Мне хотелось что-то большее, конечно. И я приехал в Америку для того, чтобы как бы пропагандировать русскую семиструнную цыганскую гитару, да, и искусство, как бы цыганское искусство. Вот, и меня пригласили мои коллеги, это группа «Талисман», которая существует в Америке. Вот, и таким образом я оказался здесь. А где существует больший интерес к цыганской именно музыке, в России или в Америке? Ну, в России все-таки спокон веков был интерес к цыганской музыке, начиная там с конца 18 века, то есть 19 века. Это были и хоры, да, то есть, как мы знаем, и Соколовский хор, Уяра, да, вот эта вся традиция, вот она до сих пор существует, слава богу. Вот, но в Америке мы стараемся как бы пропагандировать это искусство и, так сказать, донести нашу музыку до американской публики. Но определенный интерес, конечно, здесь есть, поскольку, скажем, например, его проявила Мадонна. Она пригласила вас выступить с ней в ходе ее турне «Sweet and Sticky». Да. А как вообще она вас узнала, как она вас нашла? У нас есть близкий друг Евгений Гудс, это руководитель известной группы «Гоголь Борделла». Вот, и они как бы коллеги с Мадонной. Вот, он также снимался в ее фильме, дебюте, то есть в главной роли. И он предложил как бы нас, то есть нашу вот группу «Колпаков Трио», в ее турне. То есть, таким образом мы как бы оказались в работе с ней, то есть вот, 6 месяцев. Ну, до этого, я знаю, она еще приглашала вас выступить у нее на празднование дня рождения. Да, было такое. Это было в 2007 году.
в Англии, если я в Англии, да. Мы были у нее на день рождения, вот, с дядиной группой, вот, с нашей группой. И с тех пор, как бы, она нас полюбила, так сказать, и пригласила работать. А как вас принимали в поместье у Мадонны? Ну, принимали замечательно. Все было день рождения в малом, так сказать, кругу. Вот, были близкие друзья ее, и нам очень понравилось, конечно. То есть мы также были рады ее поздравить. А какая она в общении? Замечательный человек. Потрясающая личность. И очень, как бы, простая в общении с нами, по крайней мере. Это очень профессиональная женщина, как то, что касается искусства. Вот очень, очень интересно было с ней работать. Сейчас мы готовимся опять турне этим летом в Европу с этой же программой, как бы, с Мадонной, вот, на 3 месяца. Так что... Какой у вас будет номер в рамках этого турне? Ну, номер у нас, так сказать, часть программы, да, то есть вот этого шоу, называется «Джипси», да, как бы, цыганское. Вот, и у нас есть один сольный номер, и мы, как бы, с нашей группой, с Колпаков Трио. И также мы аккомпанируем ей, то есть мы вместе с ней несколько номеров исполняем песню Лаисла Бонита, вот ее хит. И «You must love me», как бы, это тоже такая лирическая песня. Мы также танцуем, поем, то есть делаем все. А вот, кстати говоря, Евгений Гудь, солист, лидер группы «Гоголь Бордела», которую вы упомянули, он играет такую, то, что называют сейчас цыганским панк-роком. Да, стиль, так да, называется. Да. У вас никогда не было желания как-то, может быть, осовременить цыганскую музыку? Вы ведь молодой человек. Да, конечно. Конечно, есть идеи и есть какие-то проекты на будущее, чтобы делать, как бы, современную цыганскую музыку тоже. Потому что не только... как бы, заниматься не только старинной музыкой, но и современной. А вот какие это проекты, если не секрет? Как бы, есть идея записать, то есть, современную музыку, скажем, современными аранжировками на тему, как бы, цыганских песен, то есть традиционных песен и каких-то новых песен, то есть таким уклоном, как бы, джазовым немножечко. Вот поэтому, как бы, пока мы работаем над этим. А вы вообще в обычной жизни какую музыку слушаете? Ну, я вообще любитель... Только цыганскую или не только? Нет, я любитель джазовой музыки. То есть джаз, джаз-рок, ну и классической музыки тоже, разумеется. Вот, так что... А, кстати, Мадонна, о которой мы говорили, вам нравится как музыкант? Да, она, конечно, потрясающий артист, потому что то, что она делает, да, как бы... танцует и поет одновременно, вот, это, как бы, мало кто может это делать. Вот, поэтому я это очень ценю, и мне очень это нравится. Вадим, да? Вы выступаете обычно в цыганских одеждах, в цыганских костюмах. А где, живя в США, можно найти такую одежду? Знаете, это редкость. То есть, ну, можно заказать, конечно, модельерам, которые могут пошить эти костюмы. Но так, чтобы кто-то специализировался в этом стиле, как бы, таких людей, к сожалению, нет в Америке. Как вы выходите из этой ситуации? Вам же нужны костюмы? Ну да, нужны, конечно. Ну, что-то мы из России заказываем. И мне одна замечательная модельерша пошила рубашку вот, в последнее время, в прошлом году, которая работала тоже в Christian Dior компании. Вот, поэтому как-то выходим из ситуации. А, Вадим, в вашей группе «Колпаков Трио», в которой вы играете, она состоит, я так понимаю, из ваших родственников. Да. Как это... вам вообще работать вот с родными людьми? Ну, находиться это... с ними в какой-то профессиональной... Это вдвойне плюс, вот, потому что руководитель группы — это мой дядя, опять же, вот Александр Колпаков, мой учитель. Вот поэтому это вдвойне интересней, потому что есть какой-то контакт, да, вот, в музыке, вообще и по жизни. Поэтому это очень интересно. А это не мешает работе? Нет, нет,
Нет, конечно. Не расслабляет? Нет. Наоборот, подтягиваешься. То есть как бы стараешься, чтобы не подвести, так сказать, группу. Вот, поэтому мне это очень нравится. Вы играете цыганскую музыку. А это как-то отражается на вашем образе жизни? Ну, как сказать, наверное, да. Потому что все-таки цыганское творчество, да, оно само по себе говорит о том, что жизнь, так сказать, такая спонтанная, да, то есть гастрольная жизнь тоже очень интересная с музыкантами. То есть мы все время в процессе и перемещаемся, так сказать, ведем, так сказать, кочевой образ жизни. Так как, вообще, я говорю, артисты, да, это все-таки все мы в какой-то мере цыгане. Вадим, а вы когда-нибудь были в настоящем цыганском таборе? Я не был. Я лично не был, но мой дядя застал это время. Вот, в 50-х годах, когда он еще был совсем мальчишкой. Наша семья вообще как бы городских цыган. Вот, у нас как бы есть касты, да, вот, но наша именно семья, она как бы с городских цыган, но он застал то время, когда табора еще кочевали. Вот, и он мне рассказывал, конечно, много об этом. Вот, и как он начал играть на гитаре тоже, как раз как бы таборная жизнь, да, вот музыканты, которых он видел, там, талантливых людей, его это очень заинтересовало, то есть вот только все понаслышке. Потому что сейчас таборов как бы не существует. Вот. То есть вы лично никогда не сталкивались непосредственно с цыганской общиной, с цыганской... И у нас жизнью? Есть цыганская община, почему? У нас очень большая община сейчас в России, как бы есть организация ФНК, вот, которая как бы как сказать, представляет цыганскую культуру, музыку, социальные вопросы какие-то. То есть, так что это все у нас существует. Вадим, над какими проектами вы работаете сейчас в США? Знаете, у нас много проектов. То есть у меня есть несколько групп, несколько составов, с которыми я работаю. Есть дуэт под названием «Зингереска». Это дуэт русской семиструнной цыганской гитары с Олегом Тимофеем, профессором из университета в штате Айва. Также «Колпаков трио». И моя группа, которую я создал здесь, в Америке, то есть русской цыганской музыки, «Веромен». То есть вот это как бы основные составы. То есть она называется так же, как театр, в котором вы когда-то работали? Да, да, то есть вокальный инструментальный ансамбль, да. Вот, так что вот это наши как бы основные составы мои, в которых я работаю. Ну хорошо, я желаю вам удачи в ваших проектах. Спасибо большое. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Вы смотрели программу «Персона Грата». В студии с вами была Людмила Благонравова. Всего вам самого доброго.